Нести добро, которое проповедовал Христос, через кинематограф. Такую идею несет второй кинофестиваль «Доброе кино». Он стартовал сегодня в Якутске. Ежегодно фестиваль инициирует Якутская и Ленская епархия. В программе «Доброго кино» показы фильмов, спектакли, а также творческие встречи с гостями фестиваля. Зрители смогут увидеть фильмы и спектакли совершенно бесплатно в столичных кинотеатрах, в Большом зале Якутской духовной семинарии и Арктическом институте культуры и искусств. Говорить о воскресении можно бесконечно и много, и все равно будет чувство какого-то неудовлетворения. Не выразишь словами то великое дело, которое Бог совершил, Христос совершил. Поэтому здесь нам на помощь приходит и искусство, которое не только словами, но и разными видами творчества человеческого передает значение Пасхи Божией, воскресения Христова. Передает благодарность Творцу за весь окружающий мир и вот как бы наполняет еще большей радостью эти пасхальные дни.